Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Сегодня в выпуске. Новые возможности. Чувашию посетила делегация японских бизнесменов. Острая тема. Алексей Ладыков обсудил транспортную реформу с чебоксарцами. Север-юг. В чебоксарских школах реализуются проекты по спортивному туризму. В Чувашию импортируют различную продукцию 65 стран. Япония по объему торгового оборота на 7-м месте. О расширении сотрудничества шла речь сегодня на встрече главы Чувашии с представителями японских компаний. Представители компании Deloitte & Touche СНГ и Sakhalin Oil & Gas прибыли в республику, чтобы познакомиться с промышленным потенциалом региона. Они посетили межрегиональный центр компетенций, Чебоксарский электромеханический колледж, встретились со студентами Чебоксарского кооперативного института, ознакомились с производством НПП «Технотрон». Гостей приятно удивило, что при изготовлении продукции частично используются японские технологии запчасти. Директор представительства в России Sakhalin Oil & Gas Цуоши Цунихара высоко отозвался об уровне знаний наших молодых специалистов. Японская некоторые фирмы ищут талант, российский талант. Именно у нас сейчас не хватает рабочих сил. Они искали способный человек, молодые люди, в отрасли IT, информационной технологии. Как раз сегодня узнал, у вас очень высокоуровневая обучение. В ходе беседы обсуждались возможности экономического и инвестиционного потенциала Чувашской республики. По мнению гостей, необходимо создавать бизнесменам обеих сторон дополнительные возможности для коммуникаций. Я думаю, что будет в следующем году какой-то организовать как бизнес-матчинг. То, что возможно пригласить от вас, из Чуваши, приезжать в Москву. И, может, японские компании, которые интересуются, возможно, какой-то организовать какую-нибудь сессию. Глава республики Михаил Игнатьев выразил уверенность, что сотрудничество Чуваши и Японии в дальнейшем будет только укрепляться. Я благодарен за то, что вы приезжаете сюда, тоже оказываете нам содействие в подборе партнеров. Это очень важно. И вы наши уже друзья, я хочу сказать. Чувашия станет первым регионом в России, где банковские услуги можно будет получать почти во всех отдаленных деревнях через агентскую сеть Сбербанка. Этот проект уже запустили в пилотном режиме в некоторых селах Мрапосадского, Красноармейского и Цивильского районов. Теперь положительный опыт будут распространять дальше по республике и внедрять в других регионах. Чувашия станет первым регионом по предоставлению банковских услуг через агентскую сеть. Уверенность в этом выразил Петр Калтыпин, вице-президент Сбербанка, на встрече с главой республики Михаилом Игнатьевым. Кроме того, в планах банка оказывать услуги многофункциональных центров в своих отделениях. Например, если нужно получить паспорт или права. Мы пытаемся со следующего года уже перестроить достаточно много технологических вещей. И основными задачами ставим перед собой это быть ближе к клиенту, развивать партнерство с клиентами. И самым важным здесь критерием будет скорость и время. Глава Чувашии поблагодарил за особое внимание к региону. Здесь готовы поддержать социально значимые инициативы крупнейшего банка страны. Бюджет Чебоксар на следующий год предложили обсудить общественности. В столичной администрации прошли публичные слушания. Предложение, куда лучше потратить деньги, слушала Ольга Пырочкина. 11,5 миллиардов рублей. Такой бюджет планируется в 2019 году по доходам. Потратить городские власти собираются на 200 миллионов больше. Иными словами, казна с дефицитом. Предусмотрены расходы на строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства на 2019 год в сумме 2 866 300 000 рублей. На газификацию Заволжья в 2019 году в сумме 21 701 900 000 рублей.
Из того, что давно хотели услышать чебоксарцы. В казне на следующий год заложены деньги на строительство дороги по улице Асламаса и в микрорайон Солнечный. 2/3 бюджета пойдет на социально-культурную сферу. На втором месте по расходам – образование. Однако заложенных 6,5 миллиардов явно недостаточно, считает председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по социальному развитию и экологии Наталья Ванеркина. Очень глобальный вопрос – это проведение мероприятий по антитеррористической защищенности. На сегодняшний день для того, чтобы выполнить постановление правительства Российской Федерации, на наши все учреждения системы образования необходимо 170 миллионов рублей. В нашем бюджете мы закладывали в проекте на сегодняшний день только 30 миллионов. То есть это такие актуальные проблемы, о которых, наверное, молчать, я как председатель комиссии не могу. В школах ввели 3-й урок физкультуры, и директора школ попросили принять городскую программу по ремонту спортивных залов. А еще в детских садах ветшают окна. Есть проблема, которая касается всех. Это наши окна. У нас вот свыше 30% окон мы поменяли за счет вне бюджета. Но это не решает проблемы. Возможно ли в следующем году, да в ближайшее время, осуществление такой красивой программы, как окна 21 века? Управление образования просчитает варианты и выйдет с предложением к депутатскому корпусу, ответил начальник управления Дмитрий Захаров. Не хватит заложенных средств и на выполнение обязательств города по улучшению жилищных условий и предоставлению жилья, к примеру, детям-сиротам, отметил председатель комиссии городского собрания по городскому хозяйству. На территории города Чебоксары с 1 января 2012 года признано 15 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. Со сроком отселения граждан до 25 декабря 2018 года 10 домов и со сроком отселения до 25 декабря 2020 года 5 домов. Потребность в финансовых средствах на строительство 106 квартир составит 144 миллиона рублей. Любопытный момент. На одном из прошлых собраний депутаты сами приняли решение о снижении процентной ставки на недвижимое имущество для предпринимателей. Несмотря на предупреждение главы администрации Алексея Ладыкова о том, что казна из-за этого потеряет около 20 миллионов. Так или иначе, проект закона не устраивает не только представителей горсобрания. Речной порт пожаловался на подорожание топлива и попросил увеличить субсидии. Мы предлагаем, то есть статью расхода не 1 750 000 рассматривать, а хотя бы 2 500 000. Если мы оставим на уровне прошлого года 1 750 000, то есть мы будем ходить только до 1 июля в Сосновку. Если речной порт просит субсидии увеличить, то троллейбусное управление хотя бы оставить на прежнем уровне. Долги за электричество достигли почти 100 миллионов. С 1 декабря увеличился тариф на 2 рубля по безналичной форме оплаты проезда, что дает дополнительную ожидаемую выручку около 3 миллионов рублей ежемесячно. Но это не решает всех проблем предприятия в 2019 году. Поэтому в 2019 году необходимо субсидии на уровне 2018 года. Предложений было немало. На это и нужны публичные слушания, отметил председатель комиссии по бюджету Владимир Кузин. Все вопросы, которые сегодня мы выслушали в ходе публичных слушаний, конечно, будут рассмотрены, но они могут быть приняты к исполнению только за счет сокращения каких-то других статей. То есть какого-то другого источника мы не можем найти. Второе – это обращаться с просьбой к вышестоящим нашим бюджетам. Это федеральной и республиканской. Принять бюджет планируют в конце года. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика. Транспортная реформа стала основной темой встречи проекта «Открытый город». Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков 4 часа отвечал на вопросы жителей юго-западного района. Репортаж Татьяны Леонтьевой. Свободных мест нет ни в рядах, ни в проходах. В ДК «Салют» аншлаг. Задать вопрос о транспортной доступности хотел каждый. Одна из основных проблем – отмена 49-го маршрута. Он соединял северо-западные и юго-западные районы. Вместо него два троллейбуса – 17-й и 22-й. Интервал движения в час пик – 10 минут. В остальное время – 20-25 минут. Людей это не устраивает.
устраивает, не получается. Вот кто-то выходит, например, на маршрут, и 49-й был спасительным. Тогда надо или автобус какой-то дополнительно пускать с Чапаевского. Что-то нужно делать. Один троллейбус – это 4 автобуса малой вместимости. Если вы ждали микроавтобус 3-5 минут, то здесь мы предлагаем подождать 10-15 минут. Если нужно сокращение интервала по троллейбусам, то в какое время удобное для вас? Для того, чтобы мы в это время выставили большее количество троллейбусов, если есть необходимость. Много вопросов и по другим маршрутам. Я прошу поднять руки тех, кому с юго-западного надо добираться в центр. Весь зал. Всему залу надо добираться в центр. Каждый день. Я езжу до колхозного рынка. Затем мне приходится выйти и дойти до остановки Мир Луксор. А там я сажусь опять на общественный транспорт и еду на работу. Да, действительно, в день я теперь трачу по 80 рублей на проезд. Почему нельзя вместо этих маршруток пустить такой же большой автобус, который будет возить с моей конечной остановки до конечного пункта моей работы? Алексей Ладыков ответил, пускать большие автобусы по старым маршрутам экономически невыгодно. Замеры пассажиропотока показали, что большую часть времени они будут ездить полупустыми. Однако с отменой маршруток здесь, похоже, поспешили. Вопросы, в которых мы ошиблись, мы готовы обсуждать, готовы корректировать, готовы принимать другие решения. Проблемы в Садовом. С утра весь транспорт перегружен, дети не могут доехать до школ. В микрорайоне должен был работать второй автобус, но перевозчик отказался от контракта. Пока на этом маршруте мы поставили автобусы малого класса. Но по частоте посмотрим сейчас. Мы буквально позавчера приняли решение, поставили вот эти автобусы. Если по количеству проблемы действительно существует, увеличим пока. Увеличим до того момента, пока на этом маршруте не появятся автобусы большого класса. Мы сейчас разыграем новый конкурс, определим перевозчика. И летом, наверное, там будут автобусы большого класса типа Лиазов. В микрорайоне запустят новый троллейбус. 10-й соединит Садовый и железнодорожный вокзал. Оплатили за 5 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Завод-поставщик немного сорвал нам график поставки, поэтому на сегодняшний день ожидаем запуск маршрута в январе. Другая тема. Многие водители из-за сокращения маршрутов остались без работы. При этом на новых не хватает 150 человек. Почему тогда наши водители, у которых такие серьезные проблемы, не идут к ним? С такими маленькими зарплатами работали 6-8 тысяч, а теперь они не идут на 25? Так в чем проблема? Так эта проблема искусственно создана. Нет этой проблемы. Сегодня питерская компания готова принять. Идите, устраивайтесь. На встрече жители вносили свои предложения. Первое – объединить 7-й и 22-й автобусные маршруты. Без пересадки можно будет добраться на Максима Горького. Второе – пустить по маршруту 60К троллейбусы. Каждый обещали рассмотреть и сделать выводы. Этим займется инициативная группа горожан и представители столичной администрации. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, «Республика». Новочебоксарская городская больница Минздрава имеет статус межтерриториального медицинского центра. Сейчас там в несколько этапов идет капитальный ремонт. В зоне обслуживания Новочебоксарск, Мариинско-Посадский и Козловский районы. А это без малого 120 тысяч человек. Поэтому еще в прошлом году ремонт начали со стационарного корпуса. Изменения разительные. Светлые стены, новые двери, лифты. На капитальный ремонт больницы выделено более 30 миллионов рублей. В таких комфортных условиях и лечение идет быстрее. Очень хорошо, в палате комфортная такая обстановка. Не холодно, не жарко. Врачи и медсестры все обходительные. Требования к ремонту медицинских учреждений особые. Все материалы подбираются в соответствии с нормативами. За этим строго следит Министерство здравоохранения республики. Главный врач больницы уже строит планы на будущий год. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Так, на будущий год уже запланирован ремонт процедурного и перевязочного кабинета поликлиники на Коммунистической 27, запланированы ремонтные работы в физиотерапевтическом отделении. Также у нас есть ряд проектно-сметных документаций, которые ждут своего часа, и мы надеемся, что в будущем году также мы частично сможем отремонтировать другие наши отделения.
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В Чебоксарах в Национальной библиотеке прошел семинар на тему «Особенности организации информационной работы в сфере противодействия коррупции». Его участниками стали журналисты и представители пресс-служб органов власти. Высокопоставленный полицейский задержан за взятку, замначальника таможни арестован по делу о взятке, суд арестовал счет обвиняемого в коррупции замглавы. Подобные заголовки статей мы встречаем практически ежедневно в газетах, в интернете, по телевизору. Сегодня коррупция объявлена настоящая война, и журналисты мобилизованы одними из первых. В этом году вот у нас, в том числе благодаря вам, выявлено 304 преступления коррупционной направленности. Если сравнить показатели прошлого года, то за этот период года было выявлено 250, то есть мы имеем существенный рост выявляемости этих преступлений. И из них только 120 фактов именно взяток. То есть достаточно большое количество. Так как в прошлом году взяток за этот период было выявлено всего 26. Еще одна задача журналистов – своевременное информирование читателей, зрителей и слушателей о том, какие меры предпринимают органы власти для борьбы с коррупцией и насколько они эффективны. Кроме того, СМИ – активные участники работы по повышению правовой грамотности населения. Именно с нашей помощью правоохранительные органы ведут профилактику преступлений коррупционной направленности. В министерстве к наиболее опасному среди коррупционных преступлений мы относим взяточничество. Так как данный вид преступления, он посягает на основы госвласти и нарушает нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных органов, подрывая их авторитет. Практически все СМИ республики в той или иной мере вовлечены в профилактическую работу. Самые активные стали победителями конкурса, который Мининформполитики Чувашии проводит уже несколько лет подряд. Вклад в общее дело борьбы с коррупцией внесла и наша телерадиокомпания. Открытый чемпионат Чувашской региональной организации общества «Динамо» по рукопашному бою был посвящен столетию советской милиции. По традиции в нем приняли участие коллеги из других регионов. Лови вопрос. Вал, бросай, зайди. В борцовском зале спортивной школы «Спартак» собрались около 100 сотрудников, работающих в различных подразделениях органов правопорядка и безопасности. У турнира большая история. Каждый сотрудник просто обязан владеть основами рукопашного боя. Рукопашный бой является основой боевой совершенной подготовки сотрудников подразделений специального назначения. Позволяет сотруднику быстро и эффективно задержать любого преступника, в том числе и вооруженного. На этот раз вместе с бойцами спецназначения «Гром» за победу боролись лучшие сотрудники органов правопорядка еще 10 регионов страны. Сюда приезжают не слабые ребята, все со спецподразделения, все подготовленные сотрудники и все с желанием победить. Настраиваюсь на каждый бой, потому что наша задача сегодня – это выигрывать как можно лучше. Задача – выиграть. С задачей спецназовцы справились. По результатам боев сильнейшей признана команда СОБР отдела Росгвардии по Чувашии. Серебро у бойцов отряда спецназначения «Гром» МВД по нашей республике. Бронзу завоевали их коллеги из республики Мариэл. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Андрей Спиридонов, Республика. Скалодром в спортивном зале, палаточный городок в Актовом. Мастер-классы в рамках проекта «Я выбираю спортивный туризм» прошли в 18-й столичной школе. Федерация спортивного туризма Чувашии получила грант «Президент России» на развитие гражданского общества и создание профильных центров. Вода вот такая и вот такая. Какую возьмем? Бутылку. Бутылку возьмем. Почему? Потому что баночка может, к сожалению, разбиться. Брать ли овощи в поход? Нужна ли подушка? Набивать рюкзак под завязку, чем попало, не дело. Все начинается со сборов. С собой только незаменимые вещи. Для ночлега – коврик, спальник, палатка. Последнюю, кстати, нужно уметь собирать. Разбить городок ребятам предложили прямо в актовом зале. В это время в спортивном другой пятый класс штурмует стену. Скалодром покоряют после мастер-класса по снаряжению. Страховку надевают по правилам. На ногах одна петелька. И на поясе одна петелька. С другой стороны, точно так же. Раньше я не знал, что это такое туризм. Но теперь я узнал, что туризм есть разных видов. Есть водный, горный, лесной. Ставить палатку, разжигать костер. Готовить умеешь на костре? Да, умею. Рассказывают и учат опытные инструкторы. Это уже второй мастер-класс из 11. Их проводят в школах, где благодаря проекту Федерации спортивного туризма организовали центры развития этого вида спорта. Позже их полностью укомплектуют специальным снаряжением.
у нас предусмотрена закупка снаряжения для федерации, и это снаряжение для спортивного туризма, для походов, для соревнований мы передаем на безвозмездной основе в 11 центров туризма в 7 муниципалитетах, которые мы выбрали. Соответственно, где-то на сумму более 160 тысяч рублей снаряжение для каждой школы мы будем закупать. Заниматься спортивным туризмом будут в трех центрах Чебоксар, в Новочебоксарске, Канаше и в нескольких районных центрах республики. Первые соревнования запланированы на апрель 2019 года. И с весны же в республике появится площадка для сдачи норм ГТО для туристских походов. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ждет полезная информация. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Огромный выбор курток, пуховиков и дубленок, изготовленных на российских фабриках. На ярмарке верхней одежды «Ермак» представлено более 5000 моделей для мужчин и женщин. Удивляет широкий размерный ряд от 42 до 72. Укороченный вариант есть, дубленочка. Натуральный мех красивый идет. С брючками хорошо будет. Дубленочка идет лазерная обработка, ноская. Еще хорошо тем, что 3/4 рукав. Укороченный рукав – тренд этого сезона. Он одинаково хорошо смотрится как на дубленках, так и на куртках. Эта модель хороша еще тем, что вот эта вот меховушечка, она на пуговицах снимается. Также здесь рукавчик на молнии, его можно снять, поясни, да, остается 3/4, можно пододеть либо какие-нибудь кожаные перчаточки цветные, либо свой свитер, допустим, надели яркий, и очень хорошо будет. Хорошо будет зимой, если одежда не только красивая, но и теплая, а главное, если еще недорогая. В изделиях используются новейшие утеплители, такие как тинсулейт, биопух, полиэстер. Также в моделях представлены отделки из натурального меха, норки, лисы, чернобурки. Ярмарка верхней одежды «Ермак» удивит вас идеальным соотношением цены и качества. Она работает с 10 утра до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу: Горчебоксары, улица Максима Горького, дом 49.